С самого утра хороводы, шум да веселье. Масленицу в Щелкове отметили с размахом, звонкими играми, народными забавами и песнями. Более 6500 жителей и гостей Щелковского района собрались на традиционных народных масленичных гуляниях в городском парке культуры и отдыха. Все, что мы создаем на территории Щелковского района, это наша общая заслуга. Благодаря вашему вниманию, общественному контролю, мы трудимся, не выкладывая рук. Ну и простите меня, Христа ради простите, если кому-то не понравились дорожки, по которым вы шли сюда. Но мы специально не убирали снег, чтобы вы почувствовали красоту зимы. А вот возле домов многоквартирных, конечно, порядок наведем. С праздником вас! И от всего сердца, от всей души мы хотим сделать наш район, наш город лучше, красивее, чтобы вам всем здесь жилось хорошо. И еще в каждую семью сегодня пусть побольше войдет веселье, света, благополучия. Мы все вместе с родителями вот так выходили на праздники. Я думаю, что и уверен, будет так и впредь. Масленичные забавы на любой вкус. Все желающие могли полакомиться вкусными ароматными блинами, символами праздника приближающейся весны. И притом совершенно бесплатно. Кроме того, работала и полевая кухня. Одним словом, голодным никто не остался. Замечательно! Очень хорошо. Весело. Большое спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо. С праздником всех. Да, нам очень весело. Спасибо за такое мероприятие. И очень блины вкусные. А с чем блины ты ела? Ну, со сгущенкой. Я люблю блины с вареньем. Они очень вкусные. Здесь для каждого, от мала до велика, нашлось занятие по душе. Карусели, перетягивание каната, метание валенок и, конечно, традиционный масленичный столб, который штурмовали отважные мужчины. Не побоялся преодолеть высоту и Ростислав, самый юный из смельчаков. Очень сложно. Ну ты смог. Да, но мне аж сил не было, но я не сдавался. На главной сцене всем покорителям столба вручили призы за смелость от блендера до микроволновой печи. И, конечно, наградили победителей конкурса «Чучел маслениц», красовавшихся на центральной аллее парка в течение праздника. В этом конкурсе приняли участие детские сады, школы, учреждения дополнительного образования Щелковского района. Каждая масленица хороша по-своему. Но эти соломенные чучела сжигать никто не стал, оставили на память. А вот главное сожгли под шумные овации, а вместе с ним, как считалось в старину, и все невзгоды. И вот наступил самый торжественный момент праздника. По традиции на центральной площадке сжигают соломенное чучело масленицы. Прощай, зима! Здравствуй, красная весна! Праздничное настроение объединило всех присутствующих. Кажется, такого заряда позитива хватит и до следующей масленицы. И хоть весеннее тепло придет еще не скоро, с таким настроем и никакие морозы теперь не страшны. Анна Бальет, Валерий Жиклей, телерадиокомпания «Щелково».